Посмотрите, она первая из нашего класса, кто стал командиром дивизии. Как ожидалось, отхвоен. Я прав? Верно, эй. Все знают, что быть командиром 4-й дивизии означает быть следующим командующим генералом. Точно. Она первая в очереди на пост следующего командующего генерала. Командующий генерал из нашего класса. Давайте оставаться в строю и сохранять темп. Я знаю, что она бандитка с нашивками. Но она наша сверстница. И женщина. Нехорошо для солдата приветствовать ее. Мне нужно отлить. Разве ты не знаешь, как хорошо она стреляет? Эй. У кого вот этого нет, не солдат. Как ты посмела войти сюда? Это место только для настоящих мужчин. То же самое относится и к войскам. Слушай внимательно. В армии нет ни мужчин, ни женщин, только солдаты. Ты жалкий неудачник. Я был слишком мягок с тобой. В чем твоя проблема? Прекрати. Не вмешивайся. Хочешь знать, почему я выше тебя? Все просто. Это потому, что я более сильный солдат, чем ты. Вот где должна быть твоя голова, набитая дерьмом. Если хочешь зарабатывать на жизнь солдата, придется склониться передо мной. Отныне обращайся ко мне должным образом, согласно моему званию. Если ты снова откроешь свой рот, я вырую дыру прямо здесь.